إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى بالإمام في كل شيء ما لم يخالف السنة طبعا. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, джуил аль-имам лиутимма бихи, то есть сделал имам для того, чтобы следовать за ним. Поэтому мы должны следовать во всем, что делает имам, если это не противоречит сунне. يعني الان الامام لو صلى خمس ركعات نتابعه. Как, например, имам будет молиться пять ракат, мы будем за ним следовать. لا ما تتابعه. Нет, не следуем. لو قرأ مثلا التشهد في سجود السهو. لا تقرأ لكن تبقى انت حتى يسلم وتسلم معه. То есть, например, после тачаху, после, например, когда сделали два сажда сахну по случаю ошибки, некоторые имамы садятся и снова читают тачаху. Не нужно читать тачаху, просто сиди молча, жди пока имам даст салям. هو يعتقد أن القنوت في الفجر سنة. Например, имам считает, что сунна читать кунут дуа во время фаджра. وأنت تعتقد أنه ليس بسنة. А ты считаешь, что это не является сунной. فأنت تتابع الإمام لكن لا تقنط. Но ты должен следовать за имамом, однако не читай кунут, да, ну стой. إذن نتابع الإمام ما لم يخالف السنة. Поэтому должны следовать имамам за всем, что не противоречит сунне. ونعلم الناس هذا. И должны этому обучить людей. لأنهم الآن هذا الذي يقنط في صلاة الفجر هو يقنط بقول الإمام صح أو لا؟ Потому что тот, который делает, читает кунут дуа во время фаджра намаза, он тоже следует за имамами, за учеными в этом вопросе. نعم. عندنا مثلا اكل لحم الابل ينقض الوضوء как например у нас мы знаем что употребление в пищу мяса верблюда портит омовение فلو امام مثلا اكل معي لحم جزور اذا например امام какой-то сидел с нами покушал мясо верблюжье وقمت انا توضعت وهو قام ولم يتوضا وصلى بي امام и он мы стали я совершил омовение вуду а он не стал совершать но вышел на имама انا اعتقد ان صلاته باطله Я говорю, صحيح, считаю, لأنه صلى بغير وضوء. Не действительно, потому что он молился без омовения. لكن أتابعه. Однако я следую за ним. لماذا؟ لأنه يعمل بقول إمام. Почему? Потому что он следует этому вопросу за учеными, за имамами, которые скажут, что не портит. إذا لابد أتابعه. Поэтому должны следовать за ним. لكن المشكلة في متابعة يعني من لا يعني له قول من الأئمة. يعني مثلا لو كان عندنا إنسان يصلي الظهر ست ركعات نتابعه أبدا لماذا لأنه ما وجد أحد يقول بهذا الكلام بل هذا هو مخالف للسنة إذا ما يتابع. Есть какие-то дела действия, которые не сказали никакие ученые, как например совершает зухр намаз шесть ракат. Будем за ним в этом следовать? Нет. Почему? Потому что это он сам себя выдумал. Никто никакого контекста указывающего на это нету. الآن مثلا رفع الأيدي في الدعاء في يوم الجمعة. Как وقت الخطبة. وقت عندما يدعو الإمام في الخطبة. Как, например, во время джума поднимать руки, когда имам делает дуа. أنا لا أرفع إلا في الاستسقاء فقط. Например, я не поднимаю только в тех не поднимаю руки, кроме как когда читается дуа الاستسقاء, то есть они с послания дождя. لكن لا نحدث يعني مشاكل. Однако из-за этого не нужно создавать каких-то проблем. أي نعم. ونقول إذا أنت عندك سلف عندك إمام يقول بهذا القول. نحن ما ننكر عليه لكن لو لكن لا نتابعك إذا نرى أن إمام آخر قال بقول ثاني لكن إذا كان ليس لك سلف ليس لك إمام والله ما تتابع ولا تقر على هذا. Поэтому скажем вот такому маму, что если то, что на что ты делаешь ты, об этом говорят ученые, на это есть какое-то указание в шариате, то мы будем за тобой следовать, даже если я считаю, что это неправильно, опираясь на мнение других ученых. Но однако, если ты будешь делать что-то от себя, тяну какую-то, да, сам придумывать что-то, не следуй ни за кому из ученых, у тебя нету предшественников в этом вопросе, в таких вопросах мы с тобой не будем следовать.